Эта картина — это символ Новой Америки. Полиция и армия не спускают с нее глаз, и ее невозможно украсть. Ух ты! Наконец-то она здесь! Биометрический сейф, датчики движения, лазеры. Джон, тебе нужно быть ниндзей, чтобы попасть в эту крепость. Отличная подделка. Да, на вид как будто ее нарисовал пятилетка, но я заслужил большую долю, раз сделал ее, окей? Джон, они убьют нас всех, если ты не достанешь им эту картину. Доверься мне, у меня есть план. Следи за ним. Попробуют сбежать, убей. Где же полиция? Мы в ловушке, Джон. Все кончено? Еще нет. Пошлите за ними лучших киллеров. Пожалуйста, только не это, нет, нет! Ну все, ты труп, чертов засранец. Переходим к плану Б. Джонатан Рис-Майерс. Эмиль Хирш. Пас Вега. Джереми Пивен. И Майкл Мэдсен. Идеальное ограбление. Даже мертвый он вернется. В кино с 24 ноября.